Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И давайте начинать. Так, сегодня я вам расскажу такую как бы историю, что я делаю до Нового года. Так, давайте начинать. Блин. Опять убраться забыла в комнате. Да, блинки. Ну что ж, надо убраться. Ой, как не хочется убираться. Мой альбом для рисования, что он там валяется. Я сейчас положу туда книгу. Еще одну книгу. Еще одну книгу. И мою любимую тетрадь. Блин! Упало все! Придется заново все устанавливать. Вот так вот. И телефончик мой. Так, сколько там еще осталось до Нового года? Так, еще осталось, сколько там на телефоне? Блинки-палочки. Еще осталось целых 8 часов. Ой, господи, как долго. Почему он, например, ну не в 6 часов, это Новый год, а в целых 12 часов еще столько ждать? Надо поспать. Так, так, ладно, я уже поспала. Так, что же можно еще сделать? Порисовать? Да нет, чуть не хочется. Так, пойду пока елку зажгу. О, елка зажглась. Ура! Так, ну вот хотя бы стало поинтереснее в комнате. Так. Что, урок что ли сделать? Даже не знаю. Да не, пока поем просто. Ой. Так. О, позову девчонок, что ли. Может, что поделаем? Пик-пик. Так. Алло, девочки, да, привет. Что делаете? Ясненько. Да, я вас тут хотел позвать в гости, не хотите прийти. Хотите? А, ну ладно, приходите. Ну что, посидим там, поиграем. Хорошо, пока. Вот так вот. Надо ждать, когда девчонки придут и отмечать Новый год. Так, тук-тук. А, девочки, проходите. О, привет. Искорка, вижу, решила отмечать Новый год в этом году. Ну, в том году просто я была по уши в экзаменах. Ясно. Вот тебе тут тортика принесли. Вот он. Там еще кексики. О, спасибо, девочки. Ну что ж, давайте отмечать Новый год. Я как бы не против, но еще осталось несколько часов. Да. Ну что ж, давайте что-то тогда поиграем. А что у тебя тут есть? Поиграть. Честно говоря, я даже не знаю. О, у меня есть идея. Давайте устроим пижамную вечеринку. Пижамная вечеринка, это уже интереснее. Только я пижаму не взяла. Да, сойдет и так. Так, девочки, встаем. Встаем. Давайте начнем со страшных историй. Вот у меня тут есть страшная история. Ай. Вот она, вот нашла. Давай, садись, радуйся. А ты поджег вот сюда. Спасибо, искорка. Так, ой, Блэджак, ты где? Я тут. Так, ладно, девочки, давайте. Я тут. Я расскажу вам историю про лошадь без головы. Что?
Все знают, что это фантастика, а вот и нет. Однажды темной ночью, новогодней, прям как у нас, сидели три девочки, прямо как у нас. Спустя 20 минут. А что? Что с ней будет? Я уже боюсь. И когда последняя пони обернулась в нескольких сантиметрах, стояла лошадь без головы. Ай-я! Вообще-то я даже не испугалась. Это детский сад какой-то. Угу. Может быть, не надо больше историй? Да ладно тебе, Рарити. Ну, как бы она, конечно, очень интересная, но давайте я вам расскажу. У тебя ведь есть книги еще, да? Конечно же, есть. Садись. Эпплджек, ложись. Так, у тебя тут... О! Вот это мне бабушка часто рассказывала. Так, однажды в одной квартире жила пони. Эту квартиру она приобрела недавно. И вскоре она в этой квартире заметила привидение. Знаешь, ты какие читаешь сказки? Это сказки для малолетних, сама прочитай. Сказка для малолетних. Я просто не заметила. Так, ладно, девочки. Девочки, посмотрите на часы. Через 5 минут Новый год. Так, давай садись рядом со мной. Угу. Эпплджек, давай иди сюда. Ой, будем? Давай, я накрою. Вот так у вас. Хорошо, ага. Сейчас будем слушать новогоднее... Как его называют-то? Новогоднее поздравление. Я не прочь послушать. Давайте. Сейчас включу. Пип. Добрый день, дорогие слушатели. Я поздравляю вас с наступающим 2017 годом. Желаю вам счастья, удачи в новом году. И, конечно, всего наилучшего. А также в новом 2017 году всем желаю хороших оценок детям, а взрослым хорошей работы. Это было все. Пип, все, я выключила. Ну все, уже Новый год. Ура! И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. И сейчас я покажу, кто были в главных ролях. Рарити. Эпплджек. Искорка. Клео Даниил. И всем пока, ребятки! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!